Произведение Валентина Розанова узнаваемо благодаря характерной росписи и совершенству форм, легкости и эстетичности его индивидуальной творческой манеры. Они просты, современны и гармоничны. В Раменском историко-художественном музее представлены работы определенного этапа времени. Мне лично интересно показать вот это людям для того, чтобы самому как бы понять, да, вот, ну, посмотреть какими чужими даже глазами вот тех людей, посмотреть на свои работы, немножко абстрагироваться, вот так вот, посмотреть, как люди, какие предпочтения, какие там нюансы, да. И я для себя уже оцениваю вот этот период, и, ну, у каждого художника он же не зацикливается на каком-то одном там направлении, да, все равно все меняется, и мы, художники, мы всегда движемся вперед. На открытии персональной выставки Валентина Розанова собрались коллеги по цеху, художники Гжели. Это такие же люди, просто обладающие каким-то мега-талантом, умением не только видеть прекрасно, но еще и его создавать. Очень радостно и приятно открывать вашу выставку. Очень радостно, что она новогодняя. Наша прекрасная ель украшена сегодня вашими изумительными работами. Вам творческих успехов, профессионального долголетия, чтобы вы как можно дольше радовали нас своим творческим искусством. С праздником, с днем утра! Все мы получили возможность полюбоваться вашим искусством. Оно действительно прекрасное, великолепное. Ну, елка просто неотразимая как раз в преддверии Нового года. Ну и все ваши работы, конечно, вызывают восхищение. Ну, а вот если говорить о Гжели, все мы, наверное, привыкли в большинстве случаев, что, ну, скорее всего, это посуда, предметы интерьера. А я, когда первый раз побывала на выставке Валентина Гельевича несколько лет назад, меня удивило то, что бывают еще и гжельские украшения. И вот я хочу похвастаться, что сегодня на мне как раз авторская работа, которую я с удовольствием ношу, для себя открыла в Гжель еще в таком вот в интересном виде. Лучшие работы художника хранятся в коллекциях 25 музеев России и в частных коллекциях во многих странах мира. Сейчас работы мастера смогут увидеть жители Раменского городского округа. Я рада сегодня присутствовать на этой выставке. Хочу пожелать вам новых творческих успехов и новых учеников. Обязательно. И недавно я давала интервью на Раменском радио. Я всех пригласила на эту выставку, вот, чтобы все знали, что наша Гжель, она очень многоликая. Будучи главой Карповского сельского совета, я была в совете директоров, который возглавлял Виктор Михайлович Логинов. И всегда, когда на совете директоров приглашали художников, на слуху всегда был Валентин Гельевич. Выставка Валентина Розанова, которая создает новогоднее настроение, продлится до конца января 2023 года. Ольга Скрябина, Игорь Чернышов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».